дом за 22 дня. В Алматы сегодня презентовали малоэтажные дома, построенные по энергосберегающей технологии. Жилье полностью возведено из экологичных материалов, способных выдержать 9-бальное землетрясение. Впервые в Казахстане проект реализовала компания «Евразия Глобал Инвестмент». Этот частный дом возвели меньше, чем за месяц. Однако он соответствует всем техническим требованиям. Компания «Евразия Глобал Инвестмент» впервые в Казахстане использовала строительную систему «Элевит». Здесь используется главным образом металл и дерево. Все строительные материалы – производства Болгарии. Применены и теплоэнергосберегающие технологии. Жилье зимой сохраняет тепло, а летом не пропускает в помещение. Стены 15 сантиметров заменяют 7 рядов кирпичей. По пожара и... пожаробезопасности, они все пропитаны трехкомпонентными пропитками, которые широко используются в Европе. Дом способен выдержать и 9-бальное землетрясение без разрушения, так же, как и ветровые, снеговые нагрузки. Пожалуй, одна из преимуществ этих домов – доступное жилье. Один квадратный метр обойдется в 1200 долларов. Можно также выбрать и площадь земельного участка. Преимущество этого дома, что они быстро возводимы, экологически чистые, сейсмоустойчивые. То есть, ряд преимуществ также охватывает, что они... за короткий срок строится чистовом отделке, то есть, и также материалы являются все европейскими, то есть соответствуют стандартам качества европейского. То есть. Этот дом пока единственный в Алматы. Сегодня его презентовали потенциальным покупателям. Если проект приживется в Алматы, в скором времени он появится практически во всех регионах страны. Айыркелмек, Асет Кундакбаев, телеканал Алматы.